Развитие информационных технологий неизбежно ведет и к развитию опасности в сети интернет. Уникальная серия уроков «Урок цифры» поможет самым активным пользователям сети интернет, нашим школьникам, противостоять не только онлайн-мошенникам, но и сохранять свои персональные данные. Уникальные онлайн-уроки делятся на две части – теоретическая и практическая. На лекциях школьники постигают основы кибербезопасности, о которых рассказывают специалисты. А на практике, как и полагается прилежным ученикам, закрепляют полученный материал. Например, на одном из уроков школьники вместе с преподавателями разобрали такие понятия, как персональные данные, овершеринг, цифровой след, а также узнали, что такое шпионское программное обеспечение. Информация в жизни нас, в жизни наших детей, в жизни наших родителей занимает сейчас очень большое место. Мы очень много работаем с виртуальными сетями, и пора бы уже знание о том, как с этим работать, доносить до широкого круга наших с вами земляков, просто для того, чтобы они чувствовали себя комфортнее и безопаснее. Для удобства учителей на сайте урока собраны необходимые методические материалы. Что касается школьников, то задания для видеоуроков создаются с учетом их возраста. Такой формат обучения поможет ребятам не только освоиться в цифровом мире, но и вдохновит некоторых из них на получение профессии IT-специалиста. Программа «Кадры для цифровой экономики», она многогранна, в ее состав входит очень много мероприятий, в том числе это профориентационные мероприятия, профориентационная работа, которая начинается, в общем-то, с самого детского, можно сказать, возраста. Школьники очень активно здесь участвуют, и вот одна из начальных ступени – это как раз участие в уроке цифры, на котором сегодня мы присутствуем. В этом году Самарская область заняла второе место в России по посещаемости школьниками онлайн-занятий «Урок цифры». Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События.